Привет из Японии. Ну, наконец-то мы сюда добрались. А смотреть сюда, собственно, нечего. Вот сами, полюбуйтесь, полюбуйтесь. Чистая деревня. Вот, пожалуйста, вот, вот китайский, японский магазин. То же самое, что в Китае. Да? Вот, вот, что матрешка. Ну, ничего, ничего достойного внимания. Приехали на эскалаторе. Дядя Ваня, ну как тебе нравится в Японии, а? Непонятно только что, да? Тетки спали. Ты заметил, что манекены у них не узкоглазые, а довольно-таки европейские? Исторический момент. Сейчас наш дядя Ваня решает, брать или не брать LCD телевизор за 1000 баксиков. Брать? Да. Бери. Ну бери руками. Слепай. Рос, мы сделаем все, чтобы ты не взял компьютер или взял? Взял. Взял. Океанский, ну что ждать? Без паники. Тебе нравится Япония? Ну, Рос, а тебе? Что я узнал про Японию? Это полная х**. Никогда больше, никогда сюда не езжайте. Все та которая происходит в Японии, так должно быть, по-другому не бывает в Японии. Красота. Что вы в ней понимаете? Что, красота? А что вам хочется съесть, молодой человек? Кого-нибудь, какого-нибудь японца? Рос, где доллары менять, а? Здесь никто не знает. Да? Посмотрите на эти рожи. Это же тут чистые имбецилы. Роботы, роботы, да роботы, роботы. Очки тоже классные. Очки, джинсы. Классные, просто да. Супер. А как не, смотрите? Не вот это, не вот это бабза, а вот нормальные очки. Нормальные очки. С нас скоро не будут смеяться, с нас уже смеются. Да? Смеются, бляха. Усыкаются просто. Да, вот. Компьютерный гений ты наш, а? Нам нашу голову. Одни проблемы. Какой удачи. Одни эскалаторы. Не роботы, нет. Не русской, блядь. Нет вообще человеческого общения. Одни роботы. Полторы штуки зелени. Все?
чтобы поменять деньги, мы едем в другой город. Кукаре. Теперь мы здесь будем жить. Здесь нравится. Кукара Station Hotel. Сейчас мы ее порвем. Но теперь, когда мы в замкнутом пространстве. Опять эскалатор. Опять едем, бля. Оказывается, что это другой уровень. Другой уровень. Не деревня, а уже ПГТ. Наконец-то знаменательный момент, миг, вот он миг славы. Купайтесь в нем, купайтесь. Наконец-то, я думаю, что исполнились твои, все твои желания. Сейчас только еще, чтобы не было глубокого разочарования на пароходе. А вот она, вот наше дитё побежало за детскими вещами. Ну как, какие впечатления про Японию? Да, когда ты здесь бывал? Скажи, скажи сейчас, вот, Росик, нам о состоянии своей души. Теперь душа поёт. Ну, что, чего и добивались, собственно? Your projects, no matter what you hopping, it's elementary Watson, a factory bench that might not beat that tricked out. Can't lose a battle when your whole clique out watching. My car come equipped with smoke screens and spit out rockets. Let's grab your engines, pop the clutch, burn out. I'll show you how a real street race turn out. I need speed when I fly through the hood. They brought us off leather wood. Them 24 looking good. Throw up the keys. The big body, cool drivers, the big truck, the low riders. We letting no one get by us. Strip. I got the button to chip. Your car like something to strip. Throw up the key. The hoopty whips to the squatters. Whoever putting the dollars holler. We see who car hotter. Мы среди японских банков, и нам они очень рады. What is your name? Your name? My name is Chiharu. Chiharu? Chiharu. Chiharu? Yeah. Есть пролив Цугару. Какая-то... Рос, ну расскажи свои, о своих впечатлениях. Ну, наконец-то, скажи, что... Или поблагодари хотя бы пацанов, там, что потратили время свое, ноги избили, растоптали, а? Второй день, конечно, получше, намного, чем первый. Но... Мы посмотрели, увидели.
Спасибо, конечно, всем огромное спасибо. Что, уже не оставили? Выбрали дорогу, поддержали. Рудик, ну а ты это, доволен батарейками? Не считай того, что он сделан в Китае. Японию. Извини, брат. Все, Японию.